Чем больше еды, тем круче. Но что, если еда неприятная, а ее 100 слоев? Посмотрим, как с ней справятся наши герои. Добро пожаловать на Дорода! Я так хотела кушать, а мне досталась всего одна пицца. Жаль. Мне тоже тебя очень жаль, но как круто, что у меня пиццы гораздо больше. У тебя? Это ты еще мою башню не видела? Смотри, тут так много пиццы, что она до самого неба достает. Но первый ест та, которой меньше всего повезло. То есть Диана. А, ну хватит, это совсем не смешно. Я и без вас знаю, что буду есть первой. И я очень этому рада. Хотя у меня всего одна пицца. Она все еще очень вкусная и теплая. Вы только посмотрите, как сыр тянется. Просто красота. Пальчики оближешь. Эй, смотри, куда мусор кидаешь. Да какая разница, главное, что мне вкусно. Хватит, перестань. Ну все, ты мне уже надоела. Решила побросать в меня корки? Получай корку в ответ. Какие вы смешные. И только меня никто не трогает. Пора бы, кстати, и мне поесть пиццу. О, да, Диана, ты была права. Пицца просто восхитительная. О, идея. Я знаю, как можно максимально удобно ее съесть, чтобы не испачкать руки. Можно свернуть ее по принципу лаваша. Вот теперь и вкусно, и удобно. Как же аппетитно ты ешь. Смотрите, сейчас я покажу вам, как очень быстро можно съесть пиццу. Ну как, это же очень круто. Вау, я и не думала, что столько пиццы может поместиться в рот одного человека. Конечно, может. Более того, так можно есть несколько пицц подряд. Ой-ой, кажется, все пошло не по плану. Что же теперь делать? Да ладно, чего ты переживаешь? Зато теперь вся твоя пицца стала нашей, и мы сможем ею полакомиться. А где мои пиццы? Вам не стыдно? Вы просто нагло их украли. Воровки. Не кричи на нас. Мы просто очень голодные. Ну, наконец-то пришло мое время, когда я могу приступить к своей пицце. Я так долго этого ждала. Ничего себе! Настоящее падение башни! Вот именно! Но башня не простой, а очень и очень вкусный. О, колбаска осталась. Всего один тик-так? Да одной конфеткой даже не наешься. У меня целая коробка. Смотри, что у Дианы. Да, смотрите все, что у меня есть. Это не просто коробочка, это целая гигантская пачка тик-така. Это же так круто, но первый ест Лили. Знаю, мой тик-так со вкусом кока-колы, а кока-колу я очень люблю. Вкусно, но очень мало. Мэри, теперь твоя очередь есть. Ура! Я всегда готова скушать что-нибудь вкусненькое. Что же это такое? Почему конфеты не высыпаются? А ну, быстро ко мне в рот! Ха-ха, Мэри растеряла все свои конфетки. Ничего подобного. Пусть они и валяются на столе, но их все еще можно съесть. Точнее, сосать через трубочку. Я в восторге. Диана, осталась только ты. Ура, наконец-то пришел мой черед есть весь этот тик-так. Посмотрите, как много. Как же это вкусно. Да уж, вкусно. Может, ты с нами поделишься? У тебя вон сколько пачек. Поделиться? Еще чего. Он такой вкусный, что я и сама с удовольствием все это съем. Блин, точно. У меня идея, как незаметно украсть у Дианы хотя бы одну коробочку. Если я протяну руку с этой стороны, она точно этого не заметит. Мэри, подставляй руку, сейчас будем кушать тик-так. Эй, откуда у вас тик-так? Это же мои конфеты, ну все, вам хана. Приготовьтесь к обстрелу из конфетного ружья. Получайте!
будете знать, как воровать мои конфеты. Точно, она же обстреливает нас конфетами. А это очень вкусные пульки. Можно ловить их ртом и кушать. Это просто гениальная идея. Получайте. Ой, кажется, у меня совсем закончились патроны. И есть мне больше нечего. Зато мы и наелись. Спасибо тебе, Диана. Ничего себе, куда мне столько чеснока? Согласна, меня тоже не обидели. Не повезло вам, девочки. А вот у меня чеснока всего лишь одна штучка. Зато ты первая его ешь. Ну и что? Думаю, я быстро с ним разберусь. Сейчас только очищу его от кожуры, а то с ней совсем не прикольно есть. Ого, крутой способ очистки. А вы как думали? Теперь осталось очень круто его съесть. О, нет! Такую гадость я есть не хочу! Видела бы ты свое сморщенное лицо? Знаешь, что тебе может помочь? Чеснокодавилка! С ее помощью поедание чеснока уже не будет казаться таким неприятным. Давай, Лили, открывай рот. Я помогу тебе и выдавлю чеснок прямо туда. Нет уж, спасибо, я обойдусь. А ну, открывай рот, сама не откроешь, я тебе помогу. Ну как тебе, вкусно? Понравился чесночок? Нет, это ужасно. Ничего хуже я в жизни не пробовала. Ой, прошу прощения. Ну и вонь. Теперь и мы должны нюхать эту гадость. Лили, чтобы у тебя изо рта не пахло, как из канализации, возьми жвачку. Ой, спасибо. От жвачки я бы точно не отказалась. Помогло. Теперь я будто и не ела этот чеснок. Тебе повезло, ты чеснок уже съела. А мне вот это только предстоит. Хотя зачем его есть? Он же такой красивый. Будет гораздо лучше, если я надену его на шею и буду носить как украшение. Нет уж, по правилам ты должна его съесть. Так что приятного аппетита. Я надеялась, что идея с бусами сработает. А ты очень злая, Диана. Но я все равно не буду кусать этот чеснок. У меня есть идея получше. Чтобы быстро и тщательно почистить чеснок, нужно вывалить его в стакан и хорошенько потрясти. Тогда все ошметки останутся там, а сами головки чеснока можно будет спокойно съесть. Ну, взгляните-ка, получается. Теперь можно приступать. Фу, да уж, Лили, согласна, чеснок очень неприятный. Кажется, будто я съела мусорное ведро. Да, и пахнет в комнате теперь именно так. Но ничего страшного, я знаю, как быстро справиться даже с таким мерзким запахом. Нам поможет освежитель воздуха. Ничего вам не поможет, пока запах не выветрится из моего рта. Блин, и что теперь делать? Точно! Если пахнет у тебя изо рта, то нужно забрызгать его освежителем. Вот, получай. Ой, кажется, аэрозоль кончился. Ну и ладно, запах тоже уже пропал. Точно, запаха нет. Хотя на вкус он тоже ужасный. Диана, теперь твоя очередь есть чеснок. Девочки, умоляю, можно я не буду есть всю эту кучу? Нельзя, ешь, мы в тебя верим. Надеюсь, меня не стошнит. Так, пока терплю. Все-таки я девушка сильная, смогу перетерпеть пару долек чеснока. Какая гадость, я не могу это есть. Вот это да! Она прямо с кожурой его ест, ничего себе! Так, осталось чуть-чуть. Я должна справиться с этой заразой. Аккуратнее, не бросай мусор, он прямо в нас летит. Да мне плевать, сейчас меня волнует только то, что у меня изо рта воняет, как из помойного ведра. Да уж, запах ужасный. Но я знаю, что нам может помочь. Если мы прикроем источник этой вони, то избавимся от нее в комнате. А, мне нечем дышать. Помогите, спасите. Надеюсь, она жива? Конечно, жива. Просто потеряла сознание от этой вони. Excuse me? Со мной все окей, я жива. Я в порядке. Прости, Диана, но зато не воняло. Что это? Надеюсь, там что-то вкусненькое. О, да, это бомба. Ложись, сейчас взорвется. Она, похоже, сломана. Что-то не так. Я поняла, это сладкая бомба. Ого, она такая вкусная. По-настоящему взрывной вкус.
невозможно оторваться. Хочется еще и еще. Вот бы мне тоже попробовать. Нет уж, это все мое. Ого, ты так быстро все съела? Осталась последняя часть. Я первый раз ем секундомер. И это очень вкусно. Всем советую попробовать. Стоп, что это за звук? Ты слышишь? Идет оттуда. Что там такое? Это же настоящая бомба. Самая настоящая. Помогите! Что происходит? Ого, смотри! Всем привет! Я услышала, что тут кто-то просит о помощи. Не волнуйтесь, я вас спасу. У меня есть специальная лента. Вот так, теперь вы в безопасности. А это что? Интересно, как скоро она рванет? Непонятно, но нужно торопиться. Давайте же. Ого, а кто-то знает, как пользоваться этими кнопочками? А, кажется, я все испортила. Моя работа здесь закончена. Ну все, пока. Ого, так высоко? Мэри, что нам делать с бомбой? Без паники, у меня есть план. Вот что нужно. Мэри, это не поможет. Окей, а эта курочка? Ты что, издеваешься? Тебе не угодить. А как насчет этого? Нет, быстро убери ее. Как же с тобой скучно. О, нашла. Это то, что должно подойти. Я перекушу ими провод. Это отличная идея. Ого, тут столько проводов. И какой из них нужно перерезать? Думаю, синий. Мэри, пожалуйста, угадай. Готово. Что, мы спасены? О, нет, время пошло еще быстрее. Нет. Ауч. Ну вот, я вся в шоколаде. Классно. Да, я тоже. Кто из нас больше съест шоколада? Я выиграю. Одну, еще одну. Я от тебя не отстаю. Ничья. Это было просто круто. Ну что, открываем? Ого, я так счастлива. Это же новый айфон. Вау, и у меня тоже это лучший подарок. У нас что, два одинаковых айфона? Не знаю. Тогда я проверю. Ого, он так удобно лежит в руке. А еще тут есть много приложений. Только почему-то они все не работают. Что-то тут не так. Ого, это шоколадный айфон. Такого я еще не пробовала. Ой, вкуснятина. Вау, если у тебя шоколадный, значит у меня настоящий. Супер, время сделать парочку селфи. Да, отличная идея. Улыбочку. Уйди, ты портишь кадр. Вот так намного лучше. Ну, держись, моя месть будет жестока. Я такая милашка. Помогите! О, нет, мой айфончик. Так тебе и надо. Так это ты меня напугала. Упс, где мой шоколадный айфон? Хоть бы с ним все было хорошо. О, нет, мой новенький телефончик. За что я больше не смогу делать потрясающие селфи? О, идея. Мэри! Да, чего тебе? Давай поменяемся телефонами. О, давай. Давай мне свой, а ты бери мой. О нет, что с ним? Он сломан. Челси, ты меня обманула. Что? Она еще и ест мой шоколадный айфон. А ну отдай. Я на такой обмен не подписывалась. Эх, остался совсем маленький кусочек. Ого, шоколадная зарядка. Сомневаюсь, что это поможет, но можно попробовать. Вау, я ведь теперь могу есть этот айфон бесконечно. Ого, вот это Мэри повезло. Завидуй молча. Какая вкуснятина. Может, я тоже смогу починить свой айфон? Попробовать стоит. Так, берем. Помогите, спасите! Это была плохая идея. А, вот это у тебя прическа. Такая смешная. Чур, я первая. Мой любимый киндер-сюрприз. Еще и так много. Классно, у меня тоже. Целых 6 штук. Что? У тебя тоже? У кого шоколадные, а у кого настоящие. Ура! Мне повезло, у меня настоящие. Надо побыстрее все очистить. А то мне уже не терпится их попробовать. Молочный шоколад, обожаю. Ого! Внутри еще конфеты M&M's. Так в два раза вкуснее. Ого, я тоже так хочу. Точно, у меня же есть свой киндер-сюрприз. Как же он сладко пахнет. Фу, у меня настоящий.
Горящее яйцо, какая гадость. Ха, так тебе и надо. Так нечестно. Надеюсь, следующее яйцо таким не будет. Как же страшно пробовать. О нет, тоже желток, ненавижу. Фу, выглядит ужасно. Это самый худший раунд. А мне нравится, ведь киндер-сюрприз – это лучшая вкусняшка в мире. Это сладкий шоколад, а внутри тебя всегда ждет сюрприз. Вау, шоколадные шарики, обожаю. Но я тоже хочу съесть хоть один настоящий киндер-сюрприз. Челси, дай попробовать, пожалуйста. Нет, как киндер-сюрприз можно кому-то отдать? Он только мой. Челси, ну ты такая жадина, что же делать? А, придумала, я разыграю Челси. Может быть, тогда она поймет, что с друзьями нужно делиться. Ну, приготовься, Челси. Какой бы съесть следующий? Вот, это то, что нужно. Стоп, что это за мерзкий вкус? Тебе что, не понравилось? Ах, это ты подстроила, ну держись, получай. Нет, мое лицо, оно испачкано. Такой розыгрыш оказался неудачным. Фу, ну и гадость. Тебе надо съесть все эти киндер-сюрпризы. О нет, только не это. Эх, надо, значит надо. Хотя у меня есть идея получше. Устроим минутку кулинарии. Ты что опять задумала? Берем одно яйцо. Упс. Берем яйцо и разбиваем его в сковородку. И так делаем со всеми яйцами. И получаем ароматную яичницу. Выглядит очень даже аппетитно. Мэри, можно я попробую? Нет, эта яичница только для меня. Эх, ну и ладно. Опасный кулинарный трюк. Опа! Ого, как высоко! Идея. На, получай. Тебе так больше идет. Моя яичница испорчена. Я больше не буду готовить. Я начинаю. Ого, набор из Макдональдса? Супер. Теперь я. Вау, у меня тоже. Я попробую первое. Кока-кола отлично утоляет жажду. Что? Как же так вышло? А, я поняла. У меня шоколадная кока-кола. Точно. Обожаю шоколад. Ого, классно. Вау, это же конфеты M&M's. Ого, шоколадная кола с конфетами M&M's. Идеальное сочетание. Блин, ну я тоже так хочу. Так, попробуем. Ай! Помогите, я вся промокла. Ну как тебе душ из кока-колы? Ничего смешного тут нет. Упс, как жаль, что ты осталась без кока-колы. Интересно, картошка фри тоже шоколадная? Да, полный восторг. Шоколадная картошка фри? Такого больше никто не пробовал. Хочу съесть сразу все. Восхитительно! Я могу есть ее вечно. Ого, тут съедобная даже коробка. Ты не шутишь? Ну-ка попробуем. Фу, да ты меня обманываешь. Она несъедобная. Эх, я осталась и без картошки, и без кока-колы. Не расстраивайся, okay. Держи. Ого, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Какую еду ты бы хотел попробовать? Больше шоколадную или настоящую? Пиши в комментариях, а также подписывайся на наш канал Дорода.